Стало комфортнее и сотрудникам, и посетителям. В Коми капитально отремонтировали почтовое отделение в Иджироме Карткировского района. Тракте Княжпогостского в ухтинском поселке Сидью и селе Усть-Ухта, который под Сосногорском. В свою очередь в Выжимском селе Мохча возвели быстровозводимую конструкцию. Всего ушло 26 миллионов. Это федеральные денежные средства. В селах почтовое отделение – это основной центр жизни, замещающий всю социальную инфраструктуру. Поэтому здесь оказывают не только почтовые и финансовые услуги. Мы можем оказать уже первоначально какие-то медицинские услуги. Клиенты смогут замерить давление, смогут обратиться и зарегистрировать, подтвердить свою учетную запись в рамках госуслуг. Мы не только внешний вид, да, улучшили, мы существенно изменили, скажем, обустройство, да, отделений. И клиентам, и самим сотрудникам намного комфортнее работать и легче оказывать услуги. Напомним, осенью прошлого года президент России дал поручение о модернизации сельских почтовых отделений. Программа рассчитана на 4 года. За это время будет отремонтировано более 200 объектов республики. В следующем году запланировано 8.